В районном центре Верхнеколымского района открыли часовню. Строительство инициировали сами жители села Верхнеколымск. Работы по возведению еще в 2013 году благословил архиепископ якутский Ленский Роман. Открытие часовни посвятили 370-летию села. Она не только даст возможность верующим взывать к Богу, но и будет напоминать о Петропавловской церкви, которая стояла в селе до 30-х годов прошлого века. Недавно, некое время, при раскопах у нас мы нашли старого дома. Старого дома. Это от той церкви, вот это вот подсвечник. И дало нам повод, что, наверное, нам нужно, если нам дает вот такой вот через знак, значит, надо сделать что-то.